Помочь урегулировать конфликт на Донбассе Евросоюзу сложно, поскольку Украина пока не является членом ЕС и НАТО. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Брюсселе на встрече с послами ЕС. И подчеркнул, что на данный момент официальный Киев еще не достиг необходимого уровня для того, чтобы претендовать на членство в Альянсе и Евросоюзе.